Всем привет на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготовили к проклейке. Все обезжирили. Вот так выглядит у нас штатная шумоизоляция в авто. Огромные голые арки. Как следствие, шум колес. Все это в салоне. Изнутри арка ничем не обработана, тоже голая. Минимум виброизоляции на крыльях по одной полосочке. Ну и в багажном отсеке то же самое. По салону место задних пассажиров, вот такой вот кусочек вибра. Вот на такую огромную площадь. Снимает его вообще вибрацию. Ну и по салону то же самое. Маленькие полоски вибра, хаотично в порядке как-то шлепнуты производителем. И на этом все. Как следствие, автомобиль шумный и дискомфортно в нем передвигаться. Сделаем, будем работать по максимальной программе. Снизим уровень вибрации, снизим уровень шумов в салоне. Сделаем его комфортным. Вот так выглядят двери авто. Вообще ни одного кусочка вибра. Сами слышите звук. Передняя водительская дверь, то же самое. Огромная площадь металла, ничем не обработана. Крыша авто, тоже голый металл. Все исправим, все проклеим, приступаем к работе. Закончили проклейку виброматериалами, проклеили багажник, проклеены арки, крылья автомобиля. Все проклеено усиленным материалом, материал предварительно разогревается. И при проклейке все прокатывается валиком. Вот так теперь у нас выглядит багажник и крылья автомобиля. Арочки изнутри. Все тщательно проклеено и прокатано. Также закончили проклейку салона. Салон тоже проклеен усиленно. На горячую. Проклеено, прокатано. Закончили проклейку крыши первым слоем вибра. Вот так теперь проклеена крыша. Так, и двери. Двери первым слоем внутрь двери клеим четверку, которая также предварительно разогревается. Все прокатываем валиком. Второй слой. Шумопоглощающий материал толщиной 8 мм. Тоже внутрь двери все клеится. Третьим слоем на двери клеим еще один вибро материал, чтобы максимально снять вибрацию и максимально двери были обезшумлены. Вот так это выглядит теперь. Продолжаем. Закончили проклейку шумопоглощающих материалов, проклеили багажник, проклеены крылья, арки автомобиля, все проклеено усиленным материалом. По левой стороне также все проклеено, арочки изнутри. Все тщательно проклеили. Проклеили салон сплошным ковром. Материал по салону. Готова крыша автомобиля. Вот так теперь выглядит шумоизоляция на крыше. И готовы двери. Проклеен четвертый слой на дверях. Шумопоглощающий материал. Все, автомобиль полностью готов. Будем приступать к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока!